С наступающим праздником Победы депутаты Мажилиса от партии «Республика» поздравляют ветеранов. Сегодня они встретились с Раисой Сафоничевой. Ей этим летом исполняется 99 лет. Раиса Егоровна пошла на фронт добровольцем в 1943-м. В Москве за полтора месяца окончила курсы связистов и была призвана в действующую армию. По фронтовым дорогам прошла Украину, Венгрию, Румынию. Победу встретила в Будапеште. Демобилизовалась из рядов советской армии в 1946 году в родной город Горький. Работала на стройке, помогала поднимать город из руин. В середине 60-х с семьей приехала в Казахстан на Целину, осталась жить и работать в Целинограде. Раиса Егоровна пожелала молодым мирной и счастливой жизни. Дай Бог вам счастья, удачи в любом деле. Пожелаю вам самой наилучшей в жизни, чтобы не было войны, чтобы молодежь наша возвращалась, жила под мирным небом. Это человек, который непосредственно видел, чувствовал и был там. И даже по ее кителю, по ее рассказам, очень было сразу понятно духи человека, да, насколько она сильная и насколько при этом простая, открытая и добрая. Она сегодня говорила о том, что она болеет за молодежь, а таким людям прежде всего только здоровье. И очень важно, чтобы такие примеры были перед нашими глазами.